Друзья, всем привет! Сегодня простой рецептик на минутку. Наверное, ленивый уже в интернете не готовил. У меня есть свое видение этого рецепта. Давайте покажу вам битые огурцы, как готовлю их я. Смотрите. Простые огурцы, пупырчатые, классные. Жопки отрезали. Слушайте, мы же готовим китайский рецепт. Да ведь? Теперь взяли огурец. Плашмя его вот так вот и вот так вот. Вот такие вот битые огурцы. Теперь взяли вот такими крупными кусочками. И отправили в миску. Следом у нас чеснок. Также почистили, взяли, нарубили, собрали из специй. Кто-то добавляет свежий чили, у меня семена чили с молотым перцем. Столовая ложка сахара, пол столовой ложки соли. Засыпали. Семена кориандра. Можно свежую кинзу, можно ножом. У меня просто вот такой вот пестик суровый. То же самое можно ножом сделать. Добавили. Из заправки. 2 столовые ложки кунжутного масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки 5% уксуса. Кунжут. По вкусу, сколько нравится. Я вот прям возьму вот так вот и щедро посыплю. А теперь перемешаем. Теперь осталось убрать их в холодильник, подождать час, и через час вас ждут офигенно вкусные хрустящие битые огурцы. Приятного аппетита, ну и до скорых встреч!